Котенок Руф у нас. Му, говорит. Проснулся и говорит: му. Привет, заяц. Это я, да. Здорово. Потягушки будем делать сегодня? Позевушки? Ой, а вот и он во всей своей красе, во всей своей красе. Перебирает лапами. Ой, какой длинный кот. Ой, ты завелся, нет? Нет, пока тихо. Включишься, нет? Вставай. Вставай, душа моя. Ты нас сегодня всех в 7 утра поднял. Благополучно потом сам захрапел. Где? Вставай. Вставай. Вот, обзор на длинного, некормленного, бедного Руфика. Посмотрите, какой он упитанный такой ориентал в своем теле ориентальном. Да, в таком вот. Ой, нос опять грязный. Ну, заводись, давай, заводись, ну. Такие вот лапы задние у нас есть. Угу. Далее идет корпус. И вот такая голова дурная, которая меня уже цапает. Короче, стандартный сценарий. Это вот, который уже видео я снимаю с этим пробуждением. Каждый раз одно и то же у нас, да? Вставантель. Поцеловал. Спасибо. Вставай. Давай. Ты ж так расшибешься об мою руку. Ты что? Вот нога твоя. Давно ее не видел? Ты чучело какое кусачье. Ну вот, добрый день. Здравствуйте. Очень приятно. Очень приятно. Здравствуйте, кусь. Ну и жук кусачий. Вы посмотрите на него. Все? Все. Проснулся. Завелся. Но не замурлыкал. A few minutes later. Что? Это 2 минуты прошло. Руфи вернулся в свой обычный режим. Руфа? 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 Кушать идем? Да? Ты поспал, теперь можно и поесть. Тихо. Ругаешься на меня? Все, как мне в комментариях там написали, метнулась и принесла на раз-два. Да, ты согласен? Ну ладно, сейчас.